tossing born into this world we threw. Like a dog without a bone and nectar all alone, riders on the storm. Alright, there's a killer on the road. His brain is screaming like a toad. Take a long holiday. Oh, let your children play. If you give this man a ride, sweet family die. Killer on the road. You know that it won't be untrue. You know that I would be a liar if I was the same to you. Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, you my hope and heaven. Алло, Никитос, а ты? Тут третью серию пришло время снимать, подписчики вообще бунтуют. А что делают? Как что делают? Долбятся каждый день, ну. Да ты что? И вот колу приносят, пытаются задобрить как-то пожилого человека. А ты что? Да я-то что? У меня там замок стоит противоугонный, да, прямо на двери. А-а-а. Ну все, давай, я тебя жду тогда, давай, до встречи. Ну, что, вот. Где встретимся? Мешаешь музыку слушать, все, давай. Вот так вот и оглянуться не успеешь, как идет уже третья серия телеги. Мы каждый раз загоняем себе какие-то временные рамки. В прошлый раз это был ремонт гаража. Заливали там какую-то яму, и нам надо было срочно оттуда выбираться. А в этот раз мы решили провести сходку, и на этой сходке должна была быть телега. Только мы не учли того момента, то что мы поставили дату сходки, а там уже неважно, успеем мы эту телегу сделать или нет. И все, как обычно, мы начинаем в последний момент. У нас было всего 4 дня, чтобы успеть сделать телегу. И мы начали незамедлительно решать данный вопрос. Планы по доработке нашего прицепа были колоссальны. Так как его спонсирует FaceTeam, бюджет, считай, был вообще не ограничен. Что захотели, то и купили. И вот в очередной раз произошла контрольная закупка для улучшения телеги. И в этот раз она произошла не в ее музыкальной части, а в ее технической. Обода, втулки. В этот раз мы прокачаем именно их. Приспичило деду каким-то таким чудесным образом наткнуться в интернете на втулки ВТП с поляризационной краской за 7000 рублей. За одну только штуку. Ну и благодаря FaceTeam эти втулки уже через неделю были у меня в Барнауле. А дальше уже понеслось. Увидев то, как выглядят втулки, я решил найти точно такие же обода. И черт возьми, точно такие же обода есть. Они отсутствуют во всем мире, кроме Америки. Именно оттуда нам пришлось их заказывать. Обода Eklat E440 с поляризационной краской. Причем бренды у нас разные. Втулки у нас от ВТП, а обода от Eklat. Чудо какое-то. У нас просто не было выбора. Такое комбо у нас в России еще никто не собирал. Мы заказали их, ждали дни, недели, месяцы. Мы уже даже назначили число сходки и не знали, когда эти обода придут. Мы распинцевали колеса телеги с Максимкой в надежде, что эти обода придут вовремя. И у нас было всего два варианта, что делать. Это либо спинцевать втулки на старые обода, либо ждать новые. А мы решили рискнуть и ждать новые. Музыкальная часть тоже потерпела небольшие изменения, особенности в магнитоле. У нас до этого стояла какая-то аура. Мы решили поставить 520-й пенсионер. Никитос был отчасти против такой покупки, утверждая то, что разницы практически не будет. А разница в цене между этими двумя магнитолами почти 15 тысяч. FaceTeam, конечно же, не стали никого спрашивать, и вечером того же дня, когда начались все эти споры, тогда они и закончились, только уже в ДНС. Никитос, который так отчаянно отстаивал ауру, даже не знал, что мы едем в ДНС за пенсионером. Очень интересно было посмотреть на его реакцию после такого приобретения. Позиция Никитоса по этому поводу была такая. Он разбирал и то, и другое, и элементная база там, как он говорит, была практически одинаковая. Без каких-либо особых приборов, вслушиваний, разницу, говорит, заметить практически невозможно.
Покупая Pioneer, вы платите огромные деньги за бренд, что сыграло решающую роль в этой покупке. Как раз таки это идеология телеги. Чем дороже, тем лучше. И вот наступает тот самый роковой момент, когда Никитос подходит к экрану, набирает там номер заказа, и во весь экран ему высвечивается магнитола за 20 кусков. Да ты чё? Ну, это, короче, в эту, в телегу. Да ты чё? Да, взяли, короче, Pioneer. Ну, это жир, вообще жир. Да, ну это очень крутяк. Да, вообще. Еще буквально пару дней назад мы покупали там колонки Горизонт за 700 рублей, а теперь приехали за магнитолой. И нам попался тот самый человек, который нам продавал эти колонки. Ну так чисто парни поднялись на YouTube-каналах на всяких, и все, и теперь уже покупают магнитолы водяковские. Вы как думаете, у меня еще квартира выживет от такой мощи? Ну, вряд ли. Да? Ну всю мощность лучше не включайте. Да, лучше. Спасибо большое. Сейчас, секунду. Мы именно у этого продавца Горизонт колонки брали. Здравствуйте. Слушайте, ну Горизонт колонки вообще шикарные. Мы вот их подключили. Вообще, я вам говорю, там пол дома разорвало. Я без шуток. Стены как не стоят? Вот не стоят уже, представляете? Надо за место это экскаватора вызывать. Да, да, да. Спасибо большое. До свидания. Никитосу выпала честь открывать эту коробку с магнитолой, как человеку, который в этой системе шарит. Ля, это что такое? Это у нас коннектор для подключения магнитола, а это мешочек для панельки. Ну мало ли, микрофон по блютузу говорить. Да, вот короче в тележке по куда-нибудь. По телеге будем звонить. Главное, что новое запакованное. Да. Ох, красота. Ну реально, в телеге так в магазин пошел. Ну да, по факту. Кто-то не включит, понес. Дальше по плану у нас была замена магнитолы. И казалось бы, что может быть проще? Взял, отсоединил, подсоединил. Но оказалось все куда сложнее. Разъемы некоторые отличаются, поэтому пришлось их немного переделать, чтобы добиться полного функционала новой магнитолы. Несмотря на слова Никитоса, мы уже в самом начале заметили различия между Пионером и Аурой. Даже в размере физически они отличаются. То есть, если Аура у нас ее просто выдавливала воздухом, то Пионер у нас сел максимально плотно и уже не дребезжал в коробе телеги. А до этого Аура со свистом, как не знаю, как боеголовка какая-то, брала, вылетала, а это все прям засело конкретно. А она, кстати, это, прикинь, ее выдавливает воздухом, когда колонка играет. Колонка, да, портативные частотки. Но самая важная часть заключалась именно в самом звуке. Наводок стало меньше где-то на 30-40%. То есть до этого мы включали, и я первый раз подумал, что там аккумуляторы горят, либо что-то в этом духе. Был такой писк, такой высокочастотный, как белый шум. Здесь была какая-то похожая штука, но после замены магнитолы она стала вообще практически незаметной. И как говорится, вот вам переплата за бренд. Конечно, по цене оно того нифига не стоило, но зато очень приятный бонус. Хотя в народе бытует мнение о том, что у пенсионера чувствительности меньше, чтобы это не значило. И из-за этого он по заводу играет тише. Соответственно, и писк вот этот тоже тише, как будто мы просто громкость уменьшили. Но тут уже бог его знает. Старая магнитола у нас пойдет в очень хорошие руки. Мы отдадим эту магнитолу Никичу на музыкальный велосипед. У нас музыкальный прицеп, у него музыкальный велосипед. И, короче говоря, вот эта магнитола пойдет ему на велосипед. Потом мы как-нибудь сделаем так, что подсоединим эту телегу к его музыкальному велосипеду. То есть у нас получится целая фура, короче, музыкальная. Я не знаю, как назвать по-другому. Если бы не Никитос, я бы никогда не подумал, что эстрадные динамики могут издавать настолько низкий звук и играть как сабвуфер. Для меня, вам скажу честно, это было шоком. Кто-то там в комментариях говорил о том, что нифига, пацаны, у вас сабвуферы в телеге. Вот теперь это действительно так. Можете еще раз об этом написать, а мы с радостью почитаем. Как бы я не хотел оставить такую настройку, но я уверен, что всем будет куда интереснее смотреть на громкую телегу, чем на очень тихую, но басистую. Расскажите, как она вообще может такие низкие частоты. Получается динамик, если во всю полосу распускать, она 30 Гц начинает играть. Вот прям, а весь пик давления 33 Гц получилось, настройка резонансная. Ну и за комнаты еще тоже сильно играет. Ёлки-палки, ну вообще басуха страшная. Она играет как сабвуфер реально. Ну если ее не громко включать, и во всю полосу динамики распускать, то прям как саб давит. С момента установки магнитолы прошел целый месяц, прежде чем вновь пожилые люди собрались вместе, чтобы доделать телегу. Улыбнулись сонные березки, растрепали шелковые косы, шелестят зеленые сережки,
и горят серебряные росы. Слова Сергея Есенина. Наверное, только ими можно описать всю эту красоту, которой диву даешься в первые дни лета. Когда только растаял весь снег, с непривычки видя всюду зеленый цвет, с рассеянным вниманием глядишь, аж слов нет. А это уже слова Михаила Семенова со своими народными баснями. Никитос временно сменил гараж на более просторный. Сегодня мы будем красить сетки для телеги на втором этаже этого двухэтажного гаража. Никитос за время, пока его не было видео, успел закупиться оборудованием там с всяким различным чуть ли не на 200 тысяч. Некоторое просто облегчает жизнь, а другое позволяет делать более качественные работы по покраске. Но сегодня, несмотря на это, мы все равно будем красить все баллончиком. Вот купил Никитос в цвет машины. Краска-пульт называется. Расскажите вообще, почему вот не им мы красим сетки? У многих возникнут вопросы. Потому что, во-первых, краска-пульт купился вчера. Я его держу первый раз в руке. Заходил в магазин малярки, говорит, дайте нам самый дешевый краска-пульт. Они говорят, вот самый дешевый. Я говорю, вот синий берем. Все, вот так вот выбирали. И смотрели, какие правили, такие, что вот синий берем, самый дешевый. Надо освоиться, потренироваться, посмотреть, как что. Пока рука на баллоны набита, уже как научимся краска-пультом, уже все с него будет краситься в дальнейшем. Развиваемся. Повезло то, что у Никитоса очень много знакомых, и один из его знакомых помог нам сделать уникальные сетки на нашу телегу. С надписями «Михалыч», «Фейстим» и «Флорайдерс». Теперь дело за нами. Как следует все это дело покрасить. Забрали сеточки с лазерной резки. Сеточки не обработаны. Сейчас нам надо 120-й наждачкой гуриску, точнее, нанести, чтобы краска держалась, не отваливалась. И все, потом будем наносить грунт, краску и лак. После резки они вот так вот выглядят. Вот после шлифовки 120-й наждачкой вот так вот выглядят уже. Просто если красить без риски, то краски не держаться, она отвалится. Сетки нужны для защиты динамика, чтобы никто случайно там локтем или специально там пальцем не ткнул. Не, ну вообще как бы чисто теоретически что-то просунуть можно, но если случайно, например, там кто-нибудь как-то заденет, типа динамики целые. Диффузоры из бумаги сделаны, они рвутся легко очень сильно. Ну и дизайн, как бы они синенькие, красивые будут под тележку. После шлифовки наждачкой они уже так стали выглядеть, что я бы даже просто лаком покрыл, взял бы и поставил на велосипед и поехал на сходку. Но это было только самое начало, мы их еще даже не покрасили, а они уже выглядят круто. Процесс покраски происходил на втором этаже. Мужики сделали для этого отдельное помещение, что позволило более безопасно покрасить сетки без попадания большого количества пыли. Обработав сетки обезжиривателем и протерев каждую специальной салфеткой от всяких волос, пыли и тому подобное. Это позволит краске более лучше лечь, избежать трещин и вздутий. Первые слои грунта позволят нам сделать краску более стойкой и убрать всякие микронеровности сеток. Наконец-то мы подходим к самой краске, которая идеально ложится на сетки, благодаря всему вышесказанному. Когда мы только покупали эту краску, надо было постараться попасть в цвет телеги. Никитос говорил, что надо было брать более светлую краску. Но я настоял на более темной краске, потому что думал, ну блин, она по-любому подойдет. Она вообще красивая, так же как и телега, и все в таком духе. Как оказалось, Никитос был прав, и при покраске выяснилось то, что у нас прям очень сильно отличается краска сеток от самой телеги. Она более темная, и от этого разница видна прям невооруженным взглядом. С его бы краской тоже получилось темнее, но не настолько, как вот с выбором моей. Пока мы красили эти сетки, приходили друзья Никитоса, и дай бог они только спрашивали про то, для чего вы эти сетки красите, то получали караул какой неожиданный ответ. Несмотря на то, что там не было в гараже этой телеги, она была во второй серии. Единственная в городе, в Сибири, наверное, вот аналогов такой телеги просто нету. Показывая вторую серию, люди такие, подожди, подожди, не перематывай, я хочу посмотреть, что было, безусловно, очень приятно. Прикинь, в***ь, короче, взял, ну, рассчитал чертеж короба, тогда я посмотрю.
Рассчитал чертеж короба по 10-ю фанеру. Я даже не думал, что люди настолько внимательно могут смотреть видео. Наверное, что-то подобное захотели и себе. Никитос, вообще расскажите сегодня, как довольны тем, что получилось? Ну, в общем и целом, покрасили как бы неплохо. В принципе, пойдет. Мне не нравится. Хочу лучше красить. Сейчас уже последний слой лака покрыл, сейчас это все будет сохнуть. Вот, а завтра мы уже будем оставшуюся часть телеги собирать всю. Неоновую ленту распаять, тумблера все подключать, вольтметры подключать, болты зарядки выводить. То есть завтра еще, я уже не помню еще что. Много чего надо завтра сделать, успеть. И сетки поставить. Не спав, мы начинаем наш третий день сборки телеги. Именно так начинается наш третий день сбора телеги. Как обычно, все в последний момент. И будем надеяться, будем молиться, что мы успеем все сделать. Сейчас мы в гостях у Остапа и из его гаража заберем все, что осталось от телеги. Контроллер RGB, подсветки, паяльник, еще какие-то провода. И поедем уже ко мне все это дело паять. Посмотрим, что же получится. Никитос, он начал эту телегу, и он поклялся, что сделает ее до конца. Увидев то, что происходит в телеге внутри, я бы удивился, если кто-то другой, кроме Никитоса, смог бы это сделать, потому что именно он знает, что там как подключается, и без него другому человеку, который не строил эту телегу, потребовалось бы разобраться где-то, ну, наверное, месяц, и потом уже что-то можно понимать, где что подключено. По правде сказать, никто другой бы и не осилил такие сутки без сна, с паяльником в руках, и напрочь забитой головой только телегой. Для начала мы сейчас подключим вольтметр, чтобы при включении тумблера включалось вольтметр и показывал напряжение на аккумуляторе. Потом будем подключать болты для зарядки тоже через тумблер. То есть, когда телега сядет, мы будем включать тумблер и заряжать уже через тумблер. Чтобы никто, не дай бог, болты загнул, чтобы у нас ничего не взорвалось. К магнитоле нужно вывести провод памяти. Получается, мы когда тумблер отключаем, у нас сбрасываются все настройки с магнитолы, то есть нужен постоянный плюс от аккумулятора на провод памяти вывести. Вот, и установить сетки. Пока все. Лично для меня самым сложным в телеге оказалось именно процесс соединения всех проводов, вот этого всего. Оно сейчас стоит, я не знаю, как оно там что соединяется. Реально страшно, вот этот плюс-минус, там, если соединяешь, лучше не видеть, что вообще происходит. А Никитос еще и предлагает титанат в телегу поставить, чтобы при соединении плюса и минуса вообще взрыв какой-то происходил. Елки-палки, это реально от машины ничего не останется, если такую тему туда поставить. А при этом еще надо все соединить, чтобы оно работало. Для меня это была вообще невыполнимая задача. В жизни бы я никогда такое не сделал. Слава богу, у нас был закаленный электрический человек, которому даже титанат не страшен, замкнет и не заметит. Это был Никитос, и поэтому я за электрику в телеге был спокоен. Пару раз я в жизни видел, что бывает, когда замыкаешь плюс-минусом, и я вам так скажу, что я теперь эти аккумуляторы вообще стороной обхожу. Это вам нифига не телефон на зарядку поставить, это очень страшная тема. Поэтому я Никитосу говорил о том, что надо огнетушитель поставить на телегу куда-нибудь, от греха подальше, чтобы, если что, как-нибудь, что-нибудь. Спустя 7 часов копания у меня дома, телега уже стояла на зарядке. До этого у нее не было такой функции. И заряжали мы телегу тем, что доставали из нее аккумуляторы и ставили на зарядку. Это был единственный способ. Как бы я хотел, чтобы Никитос научился делать беспроводные зарядки и зарядил бы нам такую в телегу. Но я до сих пор в шоке с такого немного специфического подключения зарядки с плюсом и минусом в телеге. До сих пор жду какого-то взрыва, грех на душу. Если с Никитосом мы успевали практически все, то если мы говорим про колеса, то на душе лежал такой обалденно здоровый камень, который говорил о том, что еще пару дней и мы нифига не успеем. Если бы мы начали с Никитосом красить эти сетки на день позже, мы бы тоже нифига не успели. Вот смотри, мы, получается, собираем обода. Пожелайте нам здоровья или что-то в этом духе, чтобы мы их успели. Для хорошего всего семьи, благополучия в сборке ободов. Ну, в том плане, то, что если мы их не соберем, телега, она коробка просто музыкальная будет. Ну, машину поставим на плюш. Да? Так и поедем.
краски, прямо реально. Дай бог, чтобы там перфов не было настоящих. Самое что смешное, до сходки остается всего 4 дня, а бода уже 6-й день лежат у нас в сортировочном центре и просто катаются по этому сортировочному центру из одного конца в другой. То есть куча изменений и все в одном и том же месте. Каким таким образом, непонятно. Почта России, ничего не поделаешь. Непреодолимое желание было залезть к ним и спросить: «Что вы здесь происходит?» «Кирпичи, не кирпичи, ставим ставки, господа». «Да ты что, да ты что? Даже не верится. Их нигде в России вообще не было. Вот прям вот нигде не купили бы. Я почему-то до последнего думал, что ну что там пойдет не так. Кажется, что даже сейчас какая-то подстава будет. Не знаю, там какие-нибудь бракованные, фальшивка китайская. Но вот вроде нет. Даже ободная лента, эклад. Это вам не шутка». «Хо-хо-хо-хо. А ты понюхай, как пахнут. Ядрен батон вставляет-то как. Ну да. Вставляет вообще. А чем это? Не Китай. Ух ты ее. Только на моем канале вы можете не только увидеть, но еще и почувствовать запах. Реально. Запах, знаете, мне почему-то кукурузу какую-то напоминает. Тебе нет? Ну, немного сладенький. Такой сладкий прям, сахарная вата такая, кукурузная. На соль берили, а? Песня, песня. Просто сказка. Слушай, вот на самом деле мне нравится вот цвет их. Прям вот запах, конечно, обалденный, с этим не поспоришь. Но цвет вот мне вот такой вообще нравится. Вот ты его вот так вот вертишь, и под разным углом разный оттенок, разный цвет. Поляризация. Положишь, да, немного в тенек, короче, он уже по-другому будет смотреться. Ну, вообще обалденно. Нету ни единой мысли, что эти обода были, знаете, где-то там вот за бугром. Вот представляете, это больше 5000 километров, по-моему, ну сколько, я не знаю, сколько до Америки там ехать. Если до Москвы ехать, нам 5000 километров. И причем до Владивостока тоже 5000 километров. То есть, представляете, мы просто находимся в самой, черт возьми, середине мира. То есть до нас всему ехать очень долго. И эта штука приехала из Америки. Знаете, даже когда я заказал, я думал, не, точно не доедет. Не доедет. Помимо ободов, здесь есть еще и подарок нашему расширенному человеку, который нам оплачивает всю телегу, это главарю Фейстиму. Это пружина, которая делает вилку максимально мягкой. Помимо Фейстима у нас есть еще одни спонсоры, это мой дед, который проспонсировал медом. Реально, это вам не шутки. У моего деда несколько пасек. Ох, тянется-то как! Вот это, ребята, я вам скажу, настоящий мед. Это не какая-то фальшивка, которая там у вас, знаете, в этом городе. Это настоящий мед с Алтайского края. У нас самый лучший мед. Слушай, реально, реклама какая-то получается дедового меда. Вот этот подарок мы отправим ему вместе с вилкой, чтобы смазывал. Мы не будем распаковывать, а здесь она запакована. Прямо сегодня пойдем и отправим ему эту пружину. Пускай катается и не ломает. Ее нигде не закажешь, кроме как в Германии. Ну вот, заказали, все. Приедет ему подарок вместе с медом. Сразу после распаковки мы поехали в СДЭК отправлять посылку в логово Фейстим и отвозить обода на спецовку. Мы пока с Волчем ехали, обода стали синие. Каким таким боком? Наверное, прямой свет, когда на них попадает, они как-то меняют цвет. Сейчас они синие. Я единственное боюсь то, что они от нашей втулки отличаться будут. Наша втулка, она все равно, хочешь не хочешь, все равно розовым цветом больше отдает. Дождались Максимку, а он-то эти обода не видел. И первые его слова были шокирующие. Армянская. Ты понял, они переливаются еще, цвет ободов. Он дома, но в другой был, вообще какой-то фиолетовый. Армянская. Совпадает цвет втулок с ободами. Иди же, считай, все стоит. Нормально.
Хорошо это стоит, Максимка. Прям очень хорошо стоит. Ну вообще, что скажете по данному поводу? Насколько идентично подходит все друг к другу? Как будто из одной серии. При этом, что самое угарное, бренды разные. Я вот не удивлюсь, если это был один и тот же поставщик краски. И не удивлюсь, если это даже на одном заводе красилось. Потому что краска совпадает просто максимально. И то прям одинакового цвета. Вот как ни посвети, одинаково. А мы ожидали, что они будут отличаться. По крайней мере, на фотографиях обода были более розовые, а втулки более синие. Кому верить, непонятно. А когда мы их положили вместе, они прям вот точь-в-точь одинаковые. И данный факт нас, конечно же, несомненно, порадовал. Ходят слухи, то, что Максимка против того, чтобы они стояли на телеге. Но вот говорит, такой сет должен стоять на обычном велосипеде. Телега стала уже настолько много весить, то что ее просто как обычную телегу уже не перевернуть. Она стала похожа на какую-то машину, под которой приходится реально лежать на спине и что-то там стараться крутить. Я, как все эти водятлы, лежу под телегой и что-то там кручу. А особенность установки колес на телегу заключается в том, что у нее есть специальные арки. В эти арки вставляются колеса. И сначала надо ставить колеса в эти арки, а уже потом ставить эти арки на телегу. Потому что иначе по-другому ты колеса не закрутишь. И даже в таком случае, когда ты все сделаешь правильно, подлезть там очень тяжело. С одной стороны мешает короб, а с другой стороны мешает колесо. И крути как хочешь. И вот мы подошли к дню сходки. Тот самый день, ради которого мы так спешили сделать телегу. Телега готова на 99%. Мы сами очень волнуемся, и хотелось бы, чтобы все прошло без происшествий. Идет четвертый или пятый день, как обычно, под конец счета мы просто сбиваемся. В колесной и электронной части мы были уверены на 100%, а вот сама телега доверия вообще не внушала. Она может отвалиться прямо снизу, то есть прям провалиться туда вот, вниз, потому что внизу у нее там просто две палки идут, и с этим надо будет что-то решать. Стоило только взглянуть на сварные швы в телеге, как сразу на тебя набрасывался ужас, когда ты понимал, что на этом всем стоит 100 килограмм. И это еще по очень позитивным расчетам. У нас даже сейчас велосипед стоял, сдуло его ветром, и телега проломила асфальт. То есть тут реально куски асфальта просто. Не внушало доверия и крепление прицепа. Мы всей нашей командой допускали даже такой вариант, что до середины маршрута сходки мы можем не доехать. Как раз таки из-за вышесказанных причин.
Я без понятия, как вот эта часть телеги живет. Посмотрим, выживет она или нет. Если что, будем экстренно что-то предпринимать. Как бы мне хотелось сказать то, что мы взяли, просто поехали без каких-либо проблем и ничего у нас не случилось. Но, к сожалению, как обычно, все пошло немного не так, как надо. Погода нас встретила не очень хорошо. И прямо перед отъездом, когда мы уже все собрались, встретили обалденно крутой ливень. Нам повезло то, что мы собрались чуть раньше, и несмотря на то, что на улице был полный капец, спустя минут 15-20 все более-менее нормализировалось, и мы смогли поехать. А дальше уже понеслось. Давай, ловлю. Все, вот теперь можно ехать. Какая реакция у людей? Мужики, а вы что без телеги? О, взял такую поездку. Вот так вы всегда бы, да, все раздвигались. Подписочники гонятся. Она бы сейчас перевесила. Какие-то поставил. А? Видимо, с машины украл где-то. Ну, короче говоря, еще минут 15-20, сейчас здесь всех ждем. Миша, будем подписи собирать или нет? И также мы еще будем собирать подписи на скейт-парк. Здрасте. Удивлены? Да. Столько народу. До нас сегодня BMX-сходка. Никитос на связи подъехал, наш на приоре. Че, как вам тележка, нормально? Офигенная. А? Номер видели сзади? Фу, не одни мы с номером сегодня. Нормально. Че встали-то? Запустите мальчика! Ой, рыжий, ты че? Расходимся по трем местам и разбрасываем наклейки. Пацаны, кому наклеечек надо? Ловим! Никитас, там кому-то уши порвало от твоих босух частоток. За скорую вызвали. Раз, два, три. Вот так, смотря сквозь время, можно сказать то, что это была одна из самых веселых сходок. Спасибо всем тем, кто на нее приехал. Но если вы думаете, что на этом видео заканчивается, то спешу вас обрадовать. Нам еще предстоит с вами побывать на целой выставке.
Мы решили, что сотки нам мало, и нам нужна целая выставка. Как раз вот скоро будет проходить выставка, на которую мы повезем эту телегу. Но у нас есть одна проблема. Где-то в середине сотки кто-то врезался в колесо телеги, и там отвалилась сварка. И колесо, оно просто повернуто в бок и постоянно трет об корпус телеги. И для того, чтобы нам поехать на выставку, надо эту арку заварить, которая оторвалась. Сегодня мы поедем к деду Артема. Он единственный, кто может нам с этим помочь, ведь у него есть сварочный аппарат. К деду приедем, 2 минуты и готово. Сказал, сделает лучше, чем сделали по заводу, и я ему верю. Мы не стали медлить и сразу же выдвинулись варить телегу. Такие моменты. Думаешь, не зря в Глупрохе сделали влагозащиту. У меня уже столько пота на нее вылилось. Ниагарский водопад целый. О, а с телегой нормально не поедешь. Колесо трет прямо об раму. О, вот с горки самое то. Но нам в горку еще чесать 3 километра, наверное. О, ну и жесть. Дай бог нам здоровья. С таким колесом, которое трет постоянно, любая там горка, меньше 1 градуса даже, все, короче, ты сразу ее чувствуешь. Ну, тяжело, да. Я прошел там 2 метра, у меня уже все руки забились. Ноги-то у меня накачаны, а вот спина, что-то она меня начала подводить где-то ближе к концу пути. Поэтому пришлось попросить Артемыча эту телегу повезти. Ему хватило. Как будто один машину там толкаешь. Те, веревку привязали к тебе, и ты вот ее тащишь. Вот что-то такое. Нормально, да? Там еще динамики. Ну, я вижу. Ну, нормальная, да, такая? Вообще прям. Она как хорошо орёт. Ну, да. Здесь все будет слышно. Вот и приехали. Меня Михаил зовут. Здравствуйте. 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 А только она деревянная, как я буду варить? А, не, она по бокам железная. Сейчас еще поедем, распечатаем QR-кодик, чтобы люди, когда на выставке видели эту телегу, они просто отсканировали этот QR-код и попали на наше видео, как мы ее собираем. У меня было небольшое волнение, как перед соревнованиями. И лучшее лекарство от такого волнения – это начать подготавливать телегу к предстоящей выставке, чем я, собственно говоря, полночи и занимался. Время 10 утра. Мы собрались ехать на эту выставку. Заезд начинается в 11 и заканчивается в 11:45. Для того, чтобы попасть на выставку, недостаточно было имя, фамилия, номер телефона. Нужен был еще и номер. Не вопрос, пацаны. Такой вот номерок сойдет, мне кажется, вообще нормально. Чисто это приблотненный такой. Да с таким номером все дороги открыты, я вам так скажу. Че, как вам колоночка? Нормально? У вас там спят или не спят? Ладно, мы все равно громко включать не будем. Что, у вас там спят? Ну спят? Ну хорошо. Еще сигналка. Мы как будто
готовились к каким-то дрифт-соревнованиям, я не знаю, как назвать по-другому. Каждый отвечал за свою какую-то часть. Максимка полировал колеса, чтобы колеса были настолько черными, насколько это возможно. Артемыч следил, чтобы на телеге не осталось никакого металлического цвета. Все замазывал черным, чтобы это был такой монолит. Одно дело царапины, они не сильно бросаются в глаза на этой телеге, но совсем другое дело, когда у вас есть черный такой куб, и на нем просто саморезы такого металлического цвета. Это никуда такое, и поэтому был у нас подкрашен номер для красоты. И дерево, которое было белым, мы его покрасили в черный. Все вот эти вот нюансы были подкрашены, чтобы люди потом смотрели, блин, вот это телега, вот это я понимаю. И Серега, который контролировал обстановку, чтобы все было идеально. Колеса были черные, а саморезы незаметные. Заниженная вообще капец. Все цепляем абсолютно. Три пальца считай до асфальта. Водятлы в шоке. Смотришь на своих друзей, которые так и хотят тоже улучшить эту телегу, сделать ее лучше, и заряжаешься этой энергией. Ты просто сам хочешь эту телегу сделать настолько крутой, насколько это возможно. Это прям очень сильно подбадривало. Смотришь, что делают они. Я хочу тоже что-нибудь сделать. Время все ближе подходило к часу, мы уже оборудовались на нашем месте, сделали телегу максимально красивой и время от времени выезжали поднять, так сказать, шуму. Этот парк нам служил такой безопасной зоной, где реально можно подрубить вовсю, ехать и тебе никто ничего не скажет, а вернее все наоборот будут говорить: пацаны, какие вы красавцы, и иногда даже интересоваться, что же у вас тут происходит. Так а у нас сколько ватт? Это, ну, почти 2 киловатта. Ого, а телефон берет 2 киловатта? Не-не-не, там усилитель внутри на 1500. Я и доказывал, что он включается, а там шум, а не долг. Это, кстати, номер, почему на велосипеде номер положен? Тут зарегистрировано, как мы это, конечно. Но стоит тебе только выехать из парка, как ты видишь недовольные лица людей. И приходилось газ с педали громкости немного подсбавлять. Люди, есть довольные, есть недовольные. Собственно говоря, как Никитос нам и говорил, то что кто-то рад, кто недоволен. Так же везде, кстати. Катаешься ты на детском велосипеде, кто-то такой: а здесь для людей ходить сделали, ты здесь не должен кататься. И все, поехал. Никому не угодишь никогда. Ну, поэтому мы делаем что-то, то, что людям запомнится. И кому-то поднимаем настроение, а кому-то наоборот, но это уже их проблемы. Надо быть веселыми. Да, может, это громко, но подожди ты, блин, 30 секунд, все, мы уедем, все нормально. Тем более мы громко часто не подрубаем, так чисто народ видим, чтобы они расходились, взяли, навалили, и все нормально. И вот в очередной раз, заехав в толпу, мы встречаем наших братьев по колесам, которые выступают на этой выставке. И я решил, почему бы мне не выступить вместе с ними. Обсудив с ними план действий, мы едем его реализовывать. Под ваши аплодисменты на этой сцене встречаем команду Flash Power! Так, мужики, как настрой? Нормально? Давайте под громкие аплодисменты просто подбодрим. Давайте, громкие аплодисменты за всю дистанцию! Ой! Еще один! Хорош! Как у Васнецова, три богатыря вы можете также на трех велосипедах. Аплодисменты команде Flash Power! Can you feel the heart of gold? It's letting go. Revel in your head and soul. Strength in your arms to hold. Атмосфера на этой выставке была просто неповторимая. Ты чувствуешь, что все люди, которые окружают тебя, это люди, которые поддерживают вот такую вот тему. И
Это так наполняло энергией. Они пытаются сделать что-то такое, от чего люди просто такие, вау, что, не быть как все, а быть какими-то индивидуальными. И мы тоже стремимся к чему-то такому же. Мы добились нужного нам эффекта. Да вот все, кто с нами даже на выставке рядом стоял, такие просто, что это такое, ребята, вы что придумали? Просто вы в своем уме, да как это такое называть? Мы такие, это музыкальная шкатулка или просто денежный чемодан, как его прозвали там на выставке. В процесс создания телеги были вовлечены куча людей, и эти все люди с такой страстью помогали мне делать эту телегу, как будто это всемирное достояние какое-то. Эта выставка — это даже как награда за проделанную работу. Ты просто понимаешь, люди будут приходить, видеть, черт возьми, вот это все, и спрашивать, блин, а как вы, ребята, вообще, как додумались это сделать? Просто, ну это же гениально. Купюры в телеге, они как раз таки олицетворяют всю суть телеги. Телега должна быть максимально богатой, да, это не настоящий. Конечно, у меня таких бумажек сейчас дома валяется вообще штук 200, наверное. И тем не менее, блин, ну кто додумается вот это вот сделать? Ну вот просто фейстим. Вот смотришь на телегу и фейстим, ну по-другому ничего не скажешь. Самая магическая часть в телеге начинается именно в тот момент, когда, да вот вроде бы все уже закончено, то есть ты уже все поставил, все сделал, сидишь такой и думаешь... Да ну нафиг, неужели все? Да как это не может быть? Сейчас еще, наверное, полгода делать придется, как мы, собственно говоря, до этого и сели ее делать. Прям под Новый год ты сидишь вот там в гараже, ты трясущимися руками пытаешься что-то там с чем-то связать. А сейчас ты сидишь уже у себя дома, и телега полностью рабочая. Бери, включай, подрубай, все что угодно. Едь, удивляй народ, и ты такой просто, а как так? Ведь, ну ты не должна вот так вот просто все, телега, ты че... Нам с тобой еще тут надо еще повозиться. И в этот момент назревает улыбка на лице. Ну что здесь сказать, это финал. Мы, безусловно, дальше ее будем дорабатывать. Но то, как она выглядит сейчас, это она уже сама поедет сегодня. Ее не придется там тащить на какой-то машине. Мы ее прицепляем к велосипеду и выезжаем в путь. В этом и особенность этой серии. Это как будто вы первый раз сели на велосипед. То же самое я сейчас испытываю... глядя на телегу. А на этом у меня все. Спасибо, что смотрели третью серию про прицеп. Желаю вам, ребят, удачи и дай бог хоть раз в жизни увидеть что-то подобное. Какая веселая музыка. Серега, ну-ка давай головой, давай. И в камеру, пожалуйста. Здорово. Поедешь на выставку. Ой, всех унизишь, водятлов, они возьмут ее болит. Конкуренты. Второй раз у нас отваливает. Серега, сейчас где-то приедем, он мигом вам там и сварит, и зашкурит, и пошпаклевает. Зашпаклевает. Ну улыбайтесь, елки-палки, целый фильм это. Во-во-во-во-во-во-во. Отлично. Мы не удержались и показали это видео про телегу в кино. Надеюсь, в будущем это будет традицией. Здесь с нами, это очень редкое событие. Я надеюсь, вам понравится. И желаю вам всем приятного просмотра.